В мэрии Великого Новгорода сегодня оценили усилия коммунальщиков в борьбе с последствиями снегопадов. Все каникулы горожане активно высказывали претензии к качеству уборки улиц. Где-то было скользко, где-то лежал слой снежной каши. Как оправдывались подрядчики, расскажет Татьяна Баркова. Этой зимой, впрочем, как и в прошлые годы, новгородцы качеством уборки города недовольны. В частности, особо проблемными участками стали многие придомовые территории. В комитете ЖКХ, однако, сообщают, с управляющими компаниями беседу провели. Согласно опросу, готовность была более чем на 90%. В эти праздничные дни выводилось 538 человек, дворников. Так, техника привлекалась больше 10 единиц. Заготовленный инвентарь. 1434 единицы ручного инвентаря. То есть весь город был практически готов. И тем не менее, во многих дворах было, что называется, ни пройти, ни проехать. Помимо этого, в социальных сетях от горожан появилось множество жалоб на пешеходные переходы и тротуары. Соответственно, на заседании возникли вопросы также к городскому хозяйству и мехуборке, которые делят между собой зоны в Великом Новгороде. Я проехала по улицам города накануне заседания штаба, чтобы посмотреть, а сколько же единиц техники в соответствии с условием контракта все должны немедленно вывести технику на улицы города, как только начался снегопад в обязательном порядке. Кроме парка Великого Новгорода, технику в городе, я, конечно, не все улицы проехала, но я ее не увидела. Сегодня опять идет снегопад. Но где техника? Где люди? Мы сейчас готовимся во вторую смену провести уборку города по результатам снегопада. Сейчас техника на линии есть. Однако прикладываемых усилий недостаточно, и если автомобили по дороге ездят более-менее свободно, то пешеходам передвигаться значительно тяжелее. Заместитель мэра Владимир Еремин предложил усилить контроль и, возможно, на следующий год поделить лот, чтобы уборкой могли заняться как можно больше человек. Однако это пока только обсуждение. А уже завтра представители администрации проедут по улицам города и оценят эффективность работы подрядчика после сегодняшнего снегопада. Татьяна Баркова, Андрей Константинов, новости, Новгородское областное телевидение.